Они сначала меня не узнали, говорят, а вы кто? Я говорю, группа Иванушки, Кирилл Нагирев. Да ладно, ваш шапочки, говорит, не узнать. Но узнали. Ну что, друзья, совсем скоро Олимпийский огонь прибудет на эту сцену. Это по-настоящему исторический момент. Заслуженный мастер спорта России Наталья Александровна Лобова! Дорогие земляки, поздравляю вас с Олимпийским Новым Годом! И я хотел бы пожелать нашим соседям, чтобы тепло наших сердец объединилось в этот символ, и мы передали огонь олимпийский нашим соседям Тамбовской области. С праздником, дорогие друзья! От имени Саратовской области губернатор Валерий Васильевич Радаев передает калач Тамбовской области, которая завтра примет эстафету Олимпийского огня!